Надеюсь, вы не потратите мое время. Еще дюжина людей хотят посмотреть на это место. Эй, ну давай, соглашайся уже. Фильм шокировал зрителей по всему миру. Человеческая многоножка. Фильм изменил границы ужаса. А что, если он вдохновит маньяка? Мартин, я здесь, потому что твоя мать переживает за тебя. Он продолжает говорить о многоножке из людей. Что бы это значило? От режиссера Тома Сикса. Многоножку можно принять за фаллический символ. Кроме того, многоножка очень агрессивное существо. Пожалуйста. Их укусы очень болезненны. На что уставился? Возможно, увлеченность многоножкой связана с насилием. Психологическим или сексуальным. Со стороны его отца. Не стоит волноваться. Уверен, это скоро пройдет. Что это? 100% точность лекарства? Одна пищеварительная система? Это и есть тот ужасный фильм, о котором ты говорил? Это все неправильно. Что ты делаешь? Это неправильно. Не надо! Это фильм? Это ведь не по-настоящему! Человеческая многоножка 2.